детских садов, наша кафедра, и руководители старших воспитателей и заведующих. На нашей кафедре действуют два центра развития компетенций. У нас есть собственный детский сад, центр развития ребенка Кортес Кидс, он у нас располагается в первом и втором общежитии. Это мы можем устроить отдельную экскурсию. Вера Валерьевна, наша выпускница и методист этого центра. И второй центр развития компетенций располагается уже в нашем корпусе. Это педагог дошкольного образования, который включает в себя мастерскую WorldSkills по компетенции дошкольное воспитание и также оборудованные кабинеты. На сегодняшний день у нас практикоориентированный подход, принцип обучения студентов. И, конечно, большое внимание мы уделяем проведению аттестации в форме демонстрационного экзамена. То есть мы учим не столько теоретическим, сколько на теоретической базе у нас студенты вырабатывают практические умения, навыки работы как с интерактивным оборудованием, так и в своем детском саду мы работаем уже с детьми. Мы покажем примеры разработок наших студентов. Здесь есть, естественно, в основном оборудование лицензионное, ну, а наша задача научить их делать сами. Пожалуйста, как Олега. И с этнокультурным компонентом. Здравствуйте, это Дрожжина Саша. Она представляет собой электронный компьютер, значит, обучение, все-таки здесь называют мышление, собственно, изображение проецируется, педагог может выбрать любое направление по курсу, допустим, защитные выбирают, и уже задействуют декоративные поверхности. Да, продемонстрируйте. Сама форма. Форма очень хорошая. Я тоже не очень хорошая. Покажи, где здесь лебедь. Он не говорит ничего. Хорошо, это лебедь. Покажи, где спряталась на полянке курочка. Молодец, это курочка. С этнокультурным тоже покажите. Покажи, где спряталась на полянке. С этнокультурным компонентом. Хотели показать, если вы работаете на У нас огромная материальная база, и она вот самая средняя. Каждый год мы обновляем это оборудование. У кого-то есть отдельно, все учится. У кого-то есть отдельно, например, интерактивный блок, интерактивная доска, у многих есть. Но и вот у нас есть еще уникальное новое оборудование. Интерактивные кубы. С ними тоже сейчас познакомимся. Девочки, пока настраивают. Да, настраиваю. Тоже вас всех рады видеть. То есть здесь вот датчик движения, он как раз позволяет вставляется, да. И он начинает достойно интеллектуальное и вот это гаджеты соединили в едином физическое, речевое и интерактивное в едином. А здесь ребенок действует. Да, профилактика гипноздинамии была поставлена задача, и с этой целью разрабатывалась как раз. 24 куба набора образует круг. То есть можно... Вот сейчас девочки покажут, да. Во-первых, хорошо для образования. Можно свои игры разрабатывать, можно проводить так тестирование детей. Видите, они действуют в соответствии с заданием и
внутри заложена диагностика. То есть быстро, да, по времени речевая, физическая плотность, сколько ребенок двигался и правильно. А вот здесь есть маркеры. Ориентируйтесь на маркеры. Картиночки, где эти маркеры есть. Они должны туда задачу положить. Символы. Вот четыре. Количество кружочков, видите, зависит от задания. В общем, можем от 4 до 5 очень классификаций для этого давать. Они отвечают с помощью. Да, с помощью. Тут много задач решается. Да. Здесь, во-первых, может и педагог, да, отслеживать. И можно самим разрабатывать, да. Это для детского. Это для дошкольников. Дошкольники работают с ними, и с постройки строят, и залазят на них, и сами играют. Они друг на друга складываются. Вообще, если на полу поставить, вообще изначально они ничего не складывают. Вообще, да, я представляю, они из них строят что-то. Да. И по ним ходить можно, сидеть на них. Очень много игр даже, которые могут сами чувствовать. Можно там покажем? Это я вот этого не видела. Это новая игра. У нас в республике у единственного такого оборудования. А за рубеж куда-то выезжаете? У нас только студенты на стажировке были. Студенты были на стажировке Арабских Эмиратов. Дубае, да. Вот мы были там, делегация университета ездили, ГЕС называется, и там вот все самое современное представленное оборудование, методики. Если кто английским языком владеет, то можно участвовать в мероприятиях. Там также как бы все, мастер-классы, все это. Ну и визуально очень хорошо. Оборудование самое-самое отверстие. Ну, давай, видите, ваше оборудование. Вот простая игра, кстати, интерактива, да? Предмет плохой, действие предмета только продали вам было, да? Из-за предмета вот он подарил. Стол. Красивый. Стоит. То есть вот простой пример можно использовать никогда. Чтобы не стоял мертвый. Я бы все поняла. Я не как носитель. Правильно, это все понравилось. Я так и называю наших выпускников. Наших. Да, агенты инноваций. Сами где-то работают. Тоже так на нашу цепь прикипе пробовали. Моментально 4 проекта разрабатывают. Это робототехнический набор. Корейский позволяет детям познакомиться с навыками программирования простейшего. Ну вот, то есть мы закладываем программу. Здесь что у нас есть? Движение, да, направление движения, поворот, разворот. Значит, старт, финиш. Есть количество операций, есть заданные числа, есть градусы, да, поворачиваем, и можем выбрать любое музыкальное сопровождение. То есть вот от короткого звука до мелодии. Попробуем, да, вот сейчас уже. Нажимайте. Все, вот тут по заданной программе. Первое, Валерия, спасибо. Документ камеры еще, да? Документ камеры. Игра на автоструктуру. Спасибо, девочки, спасибо. Нам приятно. Это площадка WorldSkills. Коридоры у нас позволяют открыть площадку. Буквально вчера мы начинали открывать. Вот, вон там на play нажми, где WorldSkills. Когда-нибудь проходить. Просто стой пока. Про Котовкит сказала, но его надо показывать, а у нас только родители. Да, в общем, есть на базе компании. У нас есть отдельный детский сад. 2 миллиона зарабатывает за счет курса 8 миллионов, да, да, да. Ничего, все, ничего не добавишь. Ты копейки не добавишь, что сказали? Нет, круто, и для самостоятельной работы есть место. Чувствуется. Да. Два вида интерактивных столов для самых маленьких. И это 10 касаний. Называется 10 касаний, потому что примерно 5 детей выполняют задания интерактивных. Ну, роботы техникой мы занимаемся.